Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет Семян и наш сюжет «Антифейк. Стоп. Подделка». Покупайте только качественные семена в нашем интернет-магазине. Мы боремся за качественные семена и хотим, чтобы клиенты со всей территории Украины выращивали только настоящие семена различных производителей. Сегодня я расскажу вам об оригинальной упаковке компании Бэйо и капусты Вероса. Это савойская капуста. Это так должна выглядеть оригинальная упаковка с семенами компании Бэйо. Напомню, что несколько лет назад компания Бэйо произвела ребрендинг, и сейчас вот только такие пакеты являются оригинальными. На упаковке размещена следующая информация. Логотип Бэйо, штрих-код, номер лота, название, количество семян 2500, масса 1000 семян данной капусты, название гибрида на трех языках, английский, русский и украинский. Дальше, калиброванные семена или нет, название культуры, чем обработаны данные семена, полная расшифровка. На обратной стороне мы видим информацию о мере предосторожности при использовании данных семян. Также картинки, иконки, что нельзя делать с данными семенами. Информация на русском, украинском и английских языках. Сейчас я вскрою упаковку, и мы с вами посмотрим, как выглядят настоящие семена капусты Вероса компании Бэйо Залин. Семена обработаны и окрашены в фирменный цвет Бэйо, зеленый с перламутром. Семена красивые, качественные. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.